Лалька с яйцами. Давай. А ларчик просто открывался. А там ведь один секрет. Ах, яблоневый дым. Красота. И тут готовится тоже. Уже не яйца. Запечатлим. Вот наш добытчик главный. Главный добытчик. Александр Викторович. Thank you.
дела у тебя? Вообще, ну, расскажи. Люблю работать. Расскажи, расскажи что-нибудь. Самое большое в мире ожидание, это ожидание конца июля, когда мы идем на сплав. И тогда все возможности свои открываешь. Можешь спать, можешь не спать, можешь работать, можешь не работать. А как готовить прекрасно, потому что тут получается волшебство. Из простых продуктов такие вкусные вещи. И главное, не торопясь, каждый даст совет. А советчиков у нас ровно без меня 7 человек, которые так расскажут великолепно, у каждого свой рецепт, и получается из-за этого такой великолепный. А делаешь только ты, да? Нет, не только я. У нас бывают такие случаи, когда я даже и не работаю. А все готовится. Поэтому вспоминаешь скатерть-самобранку, но все равно как-то вот так вот на плоту оно по волшебству все получается. Без бороды вроде трах-тибидох-тибидох, а все сделано. И я это люблю. Просто вот наслаждаясь этим. И считая, что у нас приобретенный вон человек, у которого свое седалово или седалище, он у нас тоже вносит свою лепту, потому что он проучился 2 месяца во Франции, и там учили его, как вообще надо чистить картошку. Рататуй. Это же не просто так. Мы-то считали, надо маленьким ножом, так. А на самом деле не так. Надо обязательно присесть в речку на стул, чтобы у тебя полностью была свобода и понимание с водой. И тогда картошка получается не такая, а она получается волшебная. Насыщенная. Ты что, проголодался? Витаминами, поели, углеводами. А ты что не ел? Да я не ем эту говнятину. Посмотрите. Сам ты говнятина, блин. Этот повар, который всегда нас учит, как правильно есть, питание, все. Но ест только один доширак, максимум колбасу, но колбасу у нас как бы не предпочитает на плоту. Он причем есть просроченный доширак. Но это его фишка. Он вообще похож на того, кто подъедает за нами. Я просто делюсь тем ощущением, знаешь, так редко бывает вот ощущение беззаботности и такого, знаешь, когда можно еще позволить 2 часа просто тестировать воблеры? Ну это же фантастика. Когда это можно себе позволить? Только на плоту. Поэтому чувствую себя великолепно. На пенсии еще. На пенсии. Ну, да. Слушай, мне я пенсию не заработал, мне сказали, она мне не положена. Я слишком мало работал. Но не в этом дело. И поэтому я в восторге. Состояние некое гармонии. Когда вот знаешь, ты просто сидишь и занимаешься ничем. Практически так редко это можешь себе позволить, правда? Это фантастическое ощущение. Просто заниматься ничем. Поэтому я очень доволен.
заорать.